сахар, консервы, вода, чай и предметы личной гигиены. В условиях вынужденного и спешного переселения украинцев из родных городов им сейчас необходимо буквально все. 1,5 тонны груза. Здесь и продукты, и бытовые товары собрали предприниматели, работающие на центральном рынке курортной Анапы. Сегодня администрация центрального рынка совместно с торгующими предпринимателями центрального рынка собрали продовольствие в виде гуманитарной помощи для беженцев с братской нам Украины. Ни один торгующий, ни один предприниматель центрального рынка не остался в стороне. Груженную «Газель» отправили в пункт приема гуманитарной помощи, организованной в школе номер 2. Телефон оперативного штаба по оказанию гуманитарной помощи гражданам, покинувшим территорию Луганской и Донецкой областей Украины, 3-15-61 и 4-57-81. Код города Анапа 861-33. Телефоны на ваших экранах.